Приветствую вас, дорогие подписчики и зрители канала Let's Hard Games. С вами Бабкин, и мы сегодня опять поиграем в Айзека. Так, ну, испытания у нас все выполнены, поэтому будем просто играть, проходить. Я за кадром открыл Самсона, и, собственно, давайте за него играть. За него, кстати, проходить очень-очень сложно, потому что у него крайне мало здоровья. Ну, попытаемся. Кто не знает, как его открывать, открывается он очень просто. То есть, вот такая вот комната сокровищ, то есть, комната с короной, да? Как еще можно на нее говорить? Мы должны, то есть, зайти, вроде как, или вообще не заходить и не брать итемы два раза. И при этом убить маму. И, собственно, открывается сам Самсон. Я больше предпочитаю чаров, допустим, Айзека, Магдалину, или же, допустим, еще хороший чар, это Каин. У него, в принципе, если я не ошибаюсь, достаточно хороший бег, урон, и при этом, по-моему, не одно здоровье. То есть не одно сердечко, а два сердечка. О, вот это реально классная пилюля мне попалась просто. В общем, и во-первых, еще у Каина, Каина есть это счастливая нога, или как она там называется, я не помню. В общем, ему реально фартит. Я когда вот открывал, блин, Самсона, в общем, открывал, так я играл за Каина как раз, и я дошел до Айзека, то есть в соборе. Блин, я не знаю, я бы смог пройти... Я настолько был заряжен, что я смог бы пройти еще, наверное, сундук. То есть там, ну, столько всего насобирал, что просто. Налегке убил Айзека просто. Ну и, собственно, как бы прошел собор, да. Получается, нам еще нужно... Что-то он вообще упоролся, смотрите. Нам нужно еще три раза пройти собор. Так, это сердечки. В общем, три раза проходим собор и, собственно, попадаем в сундук. Давайте взорвем. Ой, блин, это, по-моему, херня полнейшая. Cursed Skull. А, по-моему, если меня сейчас покоцают, я телепортируюсь в предыдущую комнату. Если я не ошибаюсь. В общем, херня полнейшая. А, нет. Ну, что-то я, наверное, перепутал. А, по-моему, оно тпшит, когда очень мало здоровья. Так, 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 так. Он бустанутый, я... Даже не знал, что он так будет стрелять. Обычно он не так стреляет. Окей, лучше бы максимальное здоровье где-то нарыл, было бы получше. Ну, я не знаю, тайник я, наверное, не буду искать. Это бесполезно, у меня одна бомба, это... Надеяться на удачу как-то не хочется. Так, 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 так.
принципе, все хорошо будет, если мы намутим хотя бы, ну, 5 сердечек, то есть... А, гребаная паутина. То есть, чтобы мы нормально могли сразиться с Айзеком. Окей. Очень хорошо, грубо говоря, это максимальное здоровье. Мы за ним вернемся только после босса. Ну-ка. Так. Ну, идем. Так, у нас тут аркада, да? Конечно, между магазином и короной может быть секрет, но как бы, я думаю, оно бы достало бы. Так, быстренько по Шурику убиваем. Окей. В принципе, тут может быть секрет. Да. Девятнадцать монет. В магазин мы уже не попадем, скорее всего. Ну, поэтому... Нет, хотя можно попасть, зайти в аркаду. Если там выпадет ключ. Ну-ка. Бесполезная пилюля. Так, давайте еще раз пробуем ключ достать. Опять не выходит у нас. Не знаю, может быть, пойти сначала босса убить. Да что ж такое? Вообще. Ну, уже, в принципе, и ключ нам не нужен, потому что монет мало. Ай, ладно. В общем, идем босса убьем. Посмотрим, сколько сердечек выпадет. Там уже будем разбираться. Тут сердечко, то есть можно будет пару монет выбить с автомата. В общем, посмотрим. Так, гасим мух, одновременно повышаем урон. А, блин, что я наделал?
Так, два сердечка. Это 4 раза, да? Можно коцнуться. Максимальное ХП. Что у нас тут? Нет смысла брать вообще. Лучше бы, я не знаю, комната с собором появилась. Была бы намного лучше. В итоге у нас есть 3 сердца. Это означает, что мы можем 6 раз, да? Через эту штуку прогнаться. Было бы хорошо, если бы это было максимальное здоровье, да. О. Окей, ну и я не знаю, что. Можно, в принципе, взорвать их или просто слить монеты. Так, а ну-ка, какаху дашь? Надо было ему что ли пригрозить, типа там сказать, тебя взорву. Окей. Две бомбы. Отлично. Окей. Делаем так. Можно, кстати, еще одну комнату найти. Она не тут, тогда внизу. Или справа, или снизу. Твою мать. 3 штуки потратил. Hell's Down. Представляете, если я бы сейчас бы, ну вот она была неопознанная, я бы ее бы взял. Понизил себе максимальное здоровье. Это было бы жестко. Но она же вроде может превратиться в хп-ап, насколько я знаю. Или нет? Так. Сдохни ты. Что за бред, блин? Ура, победа! Посмотрели и хватит. Окей. Тут опять же мы смотрим. И все. Так, 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 так.
твою. Достанет или не достанет? Еще один кружок. Так, давайте сначала это убьем. Гребаные мухи. Блин, а чё она появляется? Приятная комната. Хо-хо-хо-хо. Окей. Так, ищем комнату с короной. Да вы шутите, что ли? Ну да, обошли. Бронелобы вообще просто жуть. Так, заходим. По-моему, стрела дает эффект типа пробивания моба, и то есть она пробивает моба, в общем, это этим сказано. Ну, то есть, смотрите, видите, то есть сразу всех коцаю, а не только переднего. Так, 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 две бомбы. Можно одну тут использовать. Оу, неплохо. 13 монет. Можно, в принципе, что-то купить. Так, у меня одна бомба. Где? Где секрет? Тут или возле магазина, или дальше? В общем, давайте тут поставим. Хрен с ним. Тогда в магазин, наверное, не пойдем или пойдем. Свеча. Блин. Две монетки не хватает. Печально, реально печально. Я бы, если бы взял свечу, это практически 100% вариант, что я бы прошел. Беда вообще. Что делать? Можно попробовать тут. Возможно, бомба дастся, я не знаю. Это так. Желание. Обидно, конечно, что вот так вот не хватает.
Ключик вместо бомбы. Давайте еще. Ладно, давайте пойдем босса убьем. Но вряд ли с него там монетки упадут, но всякое бывает. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Воу-воу-воу, мухи. Да, залагало, конечно, нормально так. Нет, получаем ложку. Быстрее двигаемся. Хорошо. Давайте тогда сходим туда вниз. Возможно, там что-то будет, но опять же, я думаю, ничего. Смотрите, как повезло. Ну, хоть что-то, я не знаю. Но вот, конечно, то, что свечку не взял, это очень плачевно. Можно, конечно, взять вот так вот сделать. Попытаться тут взорвать. Если там будет 5 монет. Ну да. В общем, короче, не судьба, да? Значит, по идее, вот тут, снизу. И то не факт, что там было бы 5 монет. Ну, не судьба, значит. Обидно, да, обидно. Было бы намного легче. Ну что есть, то есть. Ну, ну, давай, 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 давай. Ага. Отлично. О, так и знал. Хо-хо-хо, ребят. Да вы лучшие. Куда зайдем сначала? Давайте сюда. Ну, автомат мне не нужен пока. Давайте сюда. Ты тут тоже автомат, да? Нет, тут здоровье. Теперь нам нужно аркаду найти, и было бы очень все хорошо. Можно, в принципе, в магазин зайти. Это, наверное, Библия. Пилюля какая-то, я не помню, брал такую, не брал.
пока ничего не буду брать. Паучок, паучок. О, отлично. Ну, по-моему, оно не пробивает его, да? А нет, пробивает. Отлично. Неплохая штука. Так, нужно поудобнее сесть, а тут что-то я так несерьезно сижу. Так, ну к боссу мы пока не пойдем. Оп-оп-оп-оп. Хорошо. Отлично. Так, сейчас начнется выбивание денег. Да, у меня урон, конечно, понизился, но зато быстрее стреляю. Нет, 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 не окружайте, не окружайте меня. Так, а вот у нас... А вот у нас и аркада. В принципе, сердечек у нас много, поэтому сейчас можно, ну, куча всего набить. Так. Попробую максимальное здоровье сделать. Пока не очень удачно, да? Беготник, конечно, сейчас будет многовато, но что поделать. Так, тут у нас сердечко, тут сердечко, хотя не нужно, наверное, было брать. Ладно, давайте вернемся. Взрываться будешь? Не хочет, да? Ну, 32 монеты. Так, идем сюда. Еще один заход можно будет сделать. А ну-ка давайте посмотрим, что тут. Ой, не очень приятная комната.
Вообще, если бы повезло, можно было бы нацедить с автомата этого крови, там, я не знаю, ну, дофигища монет. Особенно, если бы не такие простые падали, а вот хорошие монеты. Так. Давайте немножечко. Так, я смотрю, серия получилась чуть-чуть больше уже, чем полчаса, поэтому, наверное, на этом сохранимся, продолжим в следующей серии. Спасибо за просмотр, с вами был Бабкин, подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВКонтакте, покупайте игры через ссылочку в описании, пишите свои комментарии, не забывайте ставить пальцы вверх, всего вам хорошего, до новых встреч, пока-пока.